Самое большое используемое оружие в украинской войне – противотанковая ракета американского производства «Жавелин». Об этом в своей странице на Facebook написал член партии «Мусават» Ядыгяр Садыхлы. Главный приоритет этого оружия по сравнению с аналогами – после атаки ракеты не требуется управлять. Это дает стрелку возможность быстрее поменять место и остаться в живых, отметил Садыхлы.